Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Анны Тури. Композиция называется «Быть женщиной». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Так-то просто, радушной, нежной, озорною. Внутри малышкой, с виду взрослой, при этом быть самой собой. Изящною ходить походкой, нести себя, как королева, носить корсеты и колготки и говорить всегда по делу. Быть эстетичной непременно и с элегантностью одетой, решать без паники проблемы, не верить в догмы и запреты, быть на работе важной леди, для мужа быть всегда желанной, приятной быть в любой беседе, а для детей любимой мамой. Совсем не просто, и каждая об этом знает и смотрит пристально на звезды, о чем-то важном вспоминая. Быть женщиной не так-то просто, радушной, нежной, озорною. Внутри малышкой, с виду взрослой, при этом быть, при этом быть самой собой. Thank you.
Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт. Быть женщиной». Стихи Анны Тури, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».